Студентка Аэрокоса Елена Недялкова придумала проект «Патриотический десант» год назад. Ездила по школам и рассказывала подросткам неизвестные факты известных событий. Например, про болгарскую освободительную войну против Османской империи и о том, как в решающей битве Самарское знамя воодушевило патриотов на победу. Елена вспоминает, любовь к истории ей привили в раннем детстве. Когда я была маленькая, я жила в Болгарии, в Софии, ходила в музей, мама меня водила в музей, я увидела Самарское знамя. Приехала в Самару, в первом классе нас повели в музей Алабина, я увидела снова это Самарское знамя. Следовательно, проект у меня начался именно с этой акции про Самарское знамя, дебютом Горда, и, надеюсь, как уже сказали, будет лучше и лучше с каждым разом. Общение Елены Недялковой со слушателями было построено как пресс-конференция. Они задавали вопросы, она отвечала. Так изучать историю можно хоть каждый день, делятся впечатлениями школьники. Я лично видел только на улицах там флаги русско-болгарской дружбы, там 140 лет. А так лично не знал. Но это, конечно, шок сам был. 500 лет под османским игом. В этом году на молодежном форуме «Иволга» Елена Недялкова выиграла грант на реализацию своего проекта. Об интересных фактах мировой истории вместе со своими помощниками девушка будет рассказывать школьникам до следующей весны. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.